Ну что ж, друзья, теперь в этом уроке я хочу показать вам очередной базовый флориш. Он называется пружина. Пружина довольно-таки популярный флориш. Я уверен, вы его видели часто. Выполняется он несложно, но выглядит он, собственно, вот так вот. Вот таким вот образом мы перекидываем карты из одной руки в другую. Это является как бы демонстративной карточной манипуляцией, и никакого смысла тайного она здесь не несет. Лично я это использую так для красоты, и то не часто. То есть никакого контроля, ничего такого в этот момент сделать нельзя. Ну, не то чтобы нельзя, по крайней мере, мне неизвестны такие приемы. Вот, поэтому я это использую так для красоты. Ну что же, давайте теперь перейдем поближе и посмотрим, как выполняется этот флориш. Ну окей, друзья, теперь давайте разбираться, как выполняется этот прием, который называется пружинка. Итак, для того, чтобы выполнить пружинку, обратите внимание, как я захватываю руки. Не захватываю руки, а как в руках я захватываю карты. То есть у меня, обратите внимание, где большой палец и где средний с безымянным. Далее, я, когда подношу уже ладонь, в которую буду делать пружину, да, я добавляю сюда вот указательный палец сверху кладу. Далее я сгибаю колоду, если она не сгибается, я ей левой рукой вот так вот чуть помогаю, то есть она у меня сгибается. Обратите внимание, вот до такого момента я ее сжимаю, примерно вот такой вот угол 90 градусов получается, даже не 90, а чуть побольше. И начинаю ослаблять большой палец. Кто-то ослабляет передние пальцы, можно делать и так, но я лично так не делаю. Смотрите, если вам удобно так, ради бога, я лично ослабляю большой. То есть я начинаю ослаблять большой палец, и у меня по одной карте вот так вот раз, 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 вот так вот выскальзывает. Видите? Вот так вот медленно это все происходит. Но когда это происходит быстро, получается вот такая вот пружина. Вот это вот надавливание. Вот это вот надавливание и ослабление большого пальца создает как раз вот эту вот пружинку. Еще раз взяли и сбросили всю колоду. Сбросили. Еще раз показываю, захватываем вот так вот и начинаем вот так вот большие пальцы ослаблять, прям ослабляем его чуть-чуть, прям вот как будто бы ослабляем и чуть-чуть его как бы вверх на себя тянем, вверх в смысле я имею в виду вот сюда вот прям в сторону руки, как бы он у нас выходит, изгибается, и вместе с этим он ослабляет по одной карте, то есть раз, два, три, вот эти вот карты начинают ослабляться. Опа. В общем, вот так вот все это дело у нас происходит. Вот такой вот прикольный базовый флориш, который называется пружина. Очень рекомендую вам его выучить. Я думаю, он вам пригодится для демонстративных карточных манипуляций. Ну что же, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк, и до встречи в следующих видео. Пока!